Привет, страна! Это абзац. Осторожно, ботулизм. Почему из-за консервов люди умирают? Де в Україні сховалося чеські Карлові Вари та ізраїльське мертве море. Працюємо. Сьогодні в програмі. Цю отруту ви купуєте собі самі. Почти в 400 тисяч раз активніше, ніж яд гримучої змії. І в мільйони раз, ніж ціаністий калій. Яких продуктів слід уникати, щоб не стати жертвою вбивчого ботулізму? Розслідування абзацу. Сатанізм у залі столичного суду? Що змусило підсудних перерізати вени, не чекаючи вироку? Тут вода цілюща, як на Мертвому морі, а на пляжах перегони крутіші, ніж Формула-1. Екстрим відпочинок по-українськи. Миш, скажи, ты вот ощущаешь, ну бывает вот так вот, в течение дня там усталость, например, или может быть несколько дней подряд, ощущаешь усталость? Ну бывает. Вот так же, как я уверен, и многие из наших телезрителей, я тоже регулярно устаю, потому что много работаю. Так вот, друзья, за последние Вангую, две недели... Ты хочешь зараз вот чему-то налекать? Ну, как я чему-то хворый. Не я хочу тебя испугать, а жизнь хочет тебя испугать. За последние две недели... Семеро людей в Украине заболело опасным недугом – ботулизмом. Четыре в Киеве, трое в Житомирской области. Ты пей водичку, кстати, это не повредит. Страшно то, что ты даже не подозреваешь о смертельном отравлении. Ну, просто чувствуешь себя уставшим и все. Чому не можна їсти консерви і тараньку? І як не прогавити симптоми небезпечної хвороби, від якої в Україні немає ліків? З'ясовувала схвильована Іра Петькун. А можно какому-то терапевту на прием попасть? Плохо очень себя чувствую. А давно ли вы чувствовали общую слабость организма? Может, легкое головокружение? Думаете, такие симптомы не повод для беспокойства? Говорите, у вас даже температура в норме? Дуже тяжкие захворювання, які в кожній п'ятій випадку може реєструватися летально. То есть пацієнт умирає? Почти в 400 тисяч раз активніше, ніж яд гримучої змії. І в мільйони раз, ніж ціаністий калій. Які продукти на вашому столі свідчують о том, що ви вже в групі риска? Уміють ли наші медики вовремя розпознати смертоносну інфекцію? Кстати, названня ботулін, це ботулюс, це від латинського колбаса. І чому ні один врач в країні ні за які гроші не дасть вам лікарства від цієї убийственної болезни? Итак, приготовьтесь услышать кое-что, что вам ой как не понравится. За поточный рік зареєстровано уже 22 випадки в цілому по Україні, з них четверо дітей, двоє летальні дорослі. Почему Україні грозит епідемія ботулізму і где, извините, эта зараза поджидает каждого из нас? Зареєстровано через вживання вяленої риби, м'яса, також продукти з магазину. А у вас давно в меню була колбаска, рыбка, сырок, а еще грибочки, консерва? Все эти продукты объединяет одна общая особенность. Прежде всего, речь идет о продуктах, в приготовлении которых используются анаэробные условия. Анаэробные – это значит без доступа кислорода. Эти самые условия – настоящий рай для одной маленькой, но очень опасной бактерии – Clostridium botulinum. Она есть практически везде – в земле, в воде. Мы даже можем вдыхать ее вместе с воздухом. И пока она, так сказать, на свободе, она абсолютно безопасна. Но стоит создать ей вакуумные условия, она тут же трансформируется в безжалостного убийцу – токсин ботулизма. Этот токсин является самым сильным ядом в природе. Для него идеальная среда обитания – это, прошу прощения, трупы. Существует такое мнение, что такой сильнейший токсин – это выработка, да, такого токсина – это приспособительная мера для того, чтобы убить объект. Его называют хищником. Она может оказаться в этой консервочке или в этом вакуумном сырочке только в том случае, если при их изготовлении были нарушены санитарные нормы безопасности. Бывали случаи заражения ботулизмом от продуктов из супермаркета, но особенно велики риски от домашней консервации. Это кто, белые? Это белые, все белые. Откуда они? Закарпатье. Закарпатье, вы да, чистые? Ну, конечно. Грибы в принципе не так-то просто, как следует промыть от земли лепестка. А если вместе с песчинкой, не дай Боже, окажется хоть одна малюсенькая спора ботулизма, вот такая закатка может стать настоящей биологической бомбой. Продукт не изменяет своих органолептических свойств. Это значит, что он не имеет какого-то неприятного запаха.
он не утрачивает своих вкусовых качеств. То есть совершенно по внешнему виду продукта и по вкусовым качествам вы не можете определить, опасен ли он. Еще в апреле Оксана Анатольевна вылечила от ботулизма двоих пациентов. Говорит, болезнь настолько страшная, что при борьбе с ней важна каждая минута. В большинстве случаев это в пределах нескольких дней. От даже в тяжелых случаях это несколько часов. И если в этот период не распознать и не начать экстренную помощь заразившемуся, пациент погибает. Каждый пятый выпад может регистрироваться летально. Врач-инфектолог говорит, что с диагностикой болезни не все так просто. Первые симптомы могут быть неспецифичны. То есть ничем не примечательны. Слабость, головокружение. Что-то похожее чувствовал Витя. Да, думал, отлежусь. Пройдет переутомление, все как-никак здоровье. А оказалось, нет. Оказалось, далеко не переутомление. Но не проходило, а становилось только хуже. А накануне Витя купил на трассе сушеную рыбку, в народе таранку. Рыба, она ж не в вакуумном состоянии находится, она, ну, как бы, не законсервирована. В ней тоже может быть ботулизм? Конечно. Особенно опасна та рыба, и это должны знать рыбаки, которую выловили и не выпотрошили. А если рыбу оставить вместе с кишечником, хотя бы там на ночь до следующего утра, то уже все произошло. И после этого, даже если эту рыбу засолить, токсин может сохраниться. В общем, на вторые сутки Витю забрали в реанимацию. Помню, тогда еле откачали меня, отключили к искусственной вентиляции легких. Боже, прямо в реанимацию забрали? Да, в реанимацию. Основной причиной гибели пациентов является дыхательная недостаточность, остановка дыхания и сердца. Токсин постепенно поражает все мышцы, в том числе и мышцы сердца и легких. Они перестают работать, и человек попросту задыхается. К счастью, Вите повезло, ему успели вколоть спасительную сыворотку. Но о ней я расскажу чуть позже. А пока я решила провести эксперимент. По легенде, накануне я съела рискованную еду. Напоминаю, в случае реального заражения ботулизмом у человека нету и 24 часов на то, чтобы получить диагноз и первую решающую помощь от болезни. Иду в случайную поликлинику, не по прописке. Интересно, смогут ли врачи распознать мои неспецифические симптомы и оказать мне хоть какую-либо помощь? Мне надо к врачу подойти, к терапевту. Ну, у меня нету прописки. Мне просто вот здесь рядом работаю, мне очень плохо сейчас стало. Третий кабинет заведующий, подойди. Заведующая, спасибо ей большое, дает добро на то, чтобы меня принял врач. Вы на прием до лекаря? Да. Ну, лекарь уже не принимает, будет с 12 годин. Может, вы что-то посоветуете хотя бы? Заболевание, как правило, начинается с общей слабости. Возможно, подташнивание, головокружение. Очень себя чувствую. Бледно вот такая зеленая. Надо обследоваться, анализ не сдавать. Вы не беременны? Да нет. 120/80 и там таких. В народе это ускоренное сердцебиение. Ну да, я нервничаю. Делаю врачам небольшую подсказку. Я просто ела рыбу. Ну и что? Я боюсь, что я могла, может, рыбой это отравиться. Так, тошнота, понос, рвота. Нет. Температура тоже нет. Ну, значит, признаков отравления нет. Это мышечная слабость, которая нарастает и может нарасти настолько, что пациенту даже сложно ходить. Слабость. Вот я как-то даже вставала со стула, не могла ноги прямо. Слабость может быть от того, что тахикардия. Перебой ощущаете? Сердце. Бьется, потом кому в горло подходит. Есть такое? Врачи упрямо настаивают, что у меня шалит сердце. У вас же все дрожит. Так, успокаивайте. Это выйдет. Не вредно. Не то, что надо. Пока я через силу выпиваю этот ядреный коктейль Карвалола или чего там, кто-то вспоминает про рыбу. Ну неужели? А вы какую рыбу ешь? Таранку. А сколько вышло в рыбу? Ну, вчера вечером. Даже забудьте. На дорожку мне рекомендуют отлежаться дома и поменьше ходить по жаре. Эх, хотелось бы, но впереди у меня вторая попытка и вторая поликлиника. Может, вы меня как-то сориентируете? Куда мне? В больнице. Что? У меня такая вот слабость какая-то. Ни с того, ни с сего. Руки вот как-то онемели. Здесь снова все списывают на тахикардию и отправляют на кардиограмму. Но я не сдаюсь. Пациенты жалуются на ухудшение зрения вблизи. Возможен туман перед глазами, сетка. Вот там. Болит, да?
Для диагностики ботулизма очень важное значение имеет то, какие продукты употреблял пациент. Врач заинтересовалась, что же я съела? Может, все-таки подозревает отравление? Для других заболеваний, которые связаны с пищевыми продуктами, характерен понос и рвота. Для ботулизма это нетипичное явление. Но раз у меня рвоты нет, вердикт один. Ну все, иду ва-банк. Ну а я там боюсь, не может быть ботулизма. Мне уже записи покупать в одиннадцать. Там рвота была. Ну будете смотреть, вот это вредит. Если не станет. В общем, опять мне советуют попить сердечные капли, проверить сердце и сдать анализ крови. Кстати, в случае, не дай боже, ботулизма, это бесполезно. Единственный способ подтвердить инфекцию – вколоть экстракт крови возможного больного лабораторной мышки. Если она не выживет, значит, ботулизм подтверждается. К счастью, в нашем случае издеваться над мышами не приходится. Но впереди у меня еще попытка. Вот столичная больница скорой помощи. Неужели и здесь меня не спасут? Ведь по всем признакам у меня самый настоящий ботулизм. Если мне сейчас не вколоть сыворотку, то все. Уже просто в наглую ловлюсь во все подряд двери. Мне помощь нужна. Ну, почитай, я не могу знать, куда заходите. Мне лекаря треба. Вы не поверите, после того, как я рассказала о том, что у меня двоится в глазах, слабость в руках и ногах, меня направили к хирургу. Ну, неожиданно. Девочки, здесь Передо мной человек 6, и те жалуются, что уже 2 часа здесь сидят, а у меня нету столько времени. В тяжелых случаях это несколько часов. Еле волочу ноги вдоль коридора. Может, хоть кто-нибудь жалится? А можете мне подсказать? Плохо я себя чувствую с утра. Слабо. Юрочка, мне как-то перед глазами. Не повезет, а двоится. Мне к хирургу сказали, там очередь просто, может, не к хирургу. Немає терапевта? Ну, хоч кимось порадитися. Я просто їла зранку консерву, я боюсь, що... Знаєш, якщо давно, так як в цьому тоді вже не определяють, куди вас правильно. Здесь ви не хочете сидіти. Хочу сидіти. Значить, пожалуйста, йдіть в хірург. Какое ужасное безразличие! Ведь на моем месте мог быть настоящий больной. Стыд и позор столичной больницы скорой помощи. А теперь приготовьтесь к по-настоящему страшным фактам. Даже если бы сегодня хоть один врач диагностировал мне ботулизм, меня бы это не спасло. Единственный эффективный способ лечить это страшное заболевание – вколоть специальную сыворотку. Она получается путем иммунизации животных. Коров заражают болезнью, а потом, если они все же смогут ее победить, из их крови готовят противоядие от ботулизма. На жаль, на сегодняшний день данной сыворотки немає. Последнюю сыворотку мы в отделении использовали для лечения 2 пациентов в апреле месяце, которые у нас находились. Она закончилась. Раньше Украина закупала эту сыворотку в России, но уже год, как эти закупки прекратились. На площадке Министерства охраны здоровья это решить вопрос щодо забезпечения препаратом. Ну, в министерство так в министерство. На встречу с нашим новым министром Александром Квиташвили я шла с большими надеждами. Украинцам нужна сыворотка. Александр Мирамович, можно я все-таки уточню для себя? Так у нас все-таки есть в Украине сейчас дефицит с этой сывороткой от ботулизма? Я не знаю, в какой области есть больше, а меньше. Тут же на помощь нашему грузинскому министру бросилась его пресс-секретарь. Отправляет меня с моими вопросами о сыворотке к местным властям. Реально, это местный бюджет, и у них есть права и обязанности по закупке определенных видов лекарственных средств. В том числе и сыворотки от ботулизма. Здесь не в том, что не за что купить, а негде. Не владеет ситуацией. Это как? На кону жизни людей, а в министерстве, извините, не в теме? Тут же мчусь в Киевскую областную администрацию здравоохранения. Все-таки у нас как? Есть эта сыворотка? Ні, немає. Цієї сыворотки нема, тому що вона не зареєстрована у нас в Україні. То есть не в какой-то отдельной области, как думает министр, а по всей стране. Мы не можем ее купить. Я уже сказал, по какой причине. Відсутність регистрации этого препарата в Украине. Рік десь приблизно. Я выяснила, процедура регистрации медпрепаратов происходит через МОЗ. То есть, если каких-то лекарств не хватает, местные власти должны сообщить об этом в министерство. Все не обращались? Когда последний раз? С приводу ботулизма не звертались. Але думаем, звернуться.
А как же, нету, а вы не звертались? Это бланк. А вы можете это сегодня сделать? Сегодня? Не знаю, может и могу. Как же так? Год в стране нету сыворотки от смертельного заболевания, а чиновник не уверен, сможет ли написать об этом письмо в министерство. В конце концов, обещает мне, сможет. Я очень надеюсь, что у властей получится достать лекарства для украинцев. А пока придется самому о себе позаботиться. Внимание! Вот это пример того, что покупать нельзя ни при каких обстоятельствах. Так же, как и в медицине, без этикетки препарат – это не препарат. Также нужно относиться осторожно к пищевым продуктам. Не хотите заболеть? Рыбу, консервы, продукты в вакуумной упаковке от неизвестных производителей – все на выброс! Слухай, вдома треба ящик тушенки здати на перевірку. Друзі, якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац зобов'язаний порушити, пишіть нам на адресу abzats@ukrnet. Власне, цю адресу ви зараз бачите на своєму екрані. Ну а тепер к ужасним событиям. Пару днів назад произошло кое-что вопиюще в одному з елітних поселків під Києвом. Хтось почав стріляти по дітям, купавшимся в озері. Ну, стріляти в смислі з огнестрільного оружия. Мальчишки пошли попрыгать с пирса возле там некого VIP-особняка. Ну, такой, знаете, у нас много таких особняков, там строят дома, вот, забор здоровенный. Ну и как бы вроде считают, что вот, вот этот бережок там ставка или озера – это их собственность. Ну и какой-то вот гад, когда дети пришли покупаться к этому VIP-особняку, открыл по ним огонь. Сегодня уже появилось видео с камер наблюдений, которые вы только что наблюдали. К сожалению, оно без звука, но по реакции детей все понятно. Вот они приплыли к пирсу, вот, потом прыгают, потом испуганно оглядываются, ну, видимо, услышали выстрелы и после этого убегают. Одному из мальчишек прострелили ягодицу, вот, слава богу, что всего лишь ягодицу, ну, а вот что он рассказал нам о происшествии. Ну, по плавкам, потому что они у меня были все в красные и боль ощущалась. Выстреливал, ничего не говоря, то что там, не если когда промазался, даже не злился, он просто. Когда мы прыгали именно, во время прыжка он стрельнул. Ага. Он стрельнул, вы что стали делать, уплывать от него? Да, уплывать, да. Мы испугались, а он сразу драпанул. Ну, на даний момент ми знаємо ім'я власника маєтку, це такий собі Георгій Мазуров. Однак, хто ж насправді стріляв і яке покарання чекає на кривдника підлітків, дивіться вже завтра. Ну, а що сьогодні ще інтересненького произошло в Україні і мірі, смотрим. 11 година рівне. Місцевий житель досі оговтується від пережитого стресу. Напередодні ввечері він посварився з коханою та не вигадав нічого ліпшого, ніж видертися на трубу місцевої котельні. Але посередині драбини закляк від страху. Хтось із перехожих побачив, що на 20-метровій висоті стримить людина і викликав рятувальників. Вже на землі герой зумлів. Довелося викликати швидку. 14.00. Грузия. Бойцы спецназа с винтовками наперевес мчатся сквозь толпу испуганных жителей Тбилиси. Случилось страшное. Белый тигр убил человека. Животное сбежало из зоопарка в воскресенье во время сильного наводнения. Тогда по улицам грузинской столицы бродило 300 животных. Каких-то спасателей отловили, а хищников застрелили. Вчера чиновники отчитались, все звери нейтрализованы. Оказалось, нет. Тигр все это время прятался на складе неподалеку от зоопарка. Його знайшли і пристрілили. 17 година. Донецька область. Український військовий їде на капоті мікроавтобуса селищем Широкине. Везе снаряд, який не розірвався. Привіт від бойовиків. Ось таке. Просто при ударі вбили замедлителем. І все. І він сработав. Тепер вивозимо, уничтожимо. Постійні обстріли бойовиків перетворили Широкине на пустку, а ще донедавна селище явно не бідувало. Ошатні двоповерхові будиночки, великі балкони, кондиціонери, нові вікна. Нині все це розбите. Людей ані душі. Далі в абзаці. Тут вода цілюща, як на мертвому морі, а на пляжах перегони крутіші, ніж Формула-1. Екстрим-відпочинок по-українськи. Миш, помнишь, ты спрашивал, Андрюха, откуда у тебя столько денег? Ну, потому что ты из Одессы.
Да Одесса, нет. До речи, привет. Да нет, конечно. Я как бы никто не замечает, друзья, но вот как бы я договорился с управлением туризма города. Они мне как бы дали $20, как бы я эту кепку одел и сижу здесь в прямом эфире на национальном канале, расхваливаю город. Ну, на самом деле это шутка. Вот эту панамку, друзья, и я не просто так одел. И телефоны там маленькими литерами. Так, не касайся. Одесса – лучший город на земле. Эту панамку с одесскими анекдотами, вот это же можно ее снять, развернуть, еще и почитать, чтобы скучно не было на пляже. Я одел в честь своих земляков. Я их знаю лично. Вот, мы, ну, знаете, ой, Одесса – город небольшой, все друг друга знают. Так вот, они умеют не только шутить, но, во всяком случае, те, о ком пойдет речь дальше, но и мастерить. Представьте себе, что впервые за почти 30 лет Украина прорвалась на невероятный американский фестиваль, который ежегодно проводится в штате Невада, прямо посреди пустыни, фестиваль искусства и культуры, который называется Burning Man. Ура, ура, ура! Просто посеред пустелі. Наприкінці серпня зведуть споруди фантастичних форм. Одесити вже працюють над своєю скульптурою «Любов». Навіщо хлопця обтягнули скотчем і харчовою плівкою, та скільки коштує любов, знає вражена Оленка Філонова. Абзац поки що в Одесі, але буде в Штатах. Чтобы представить свою страну, сюда съезжаются самые крутые скульпторы, художники и творческие люди мира. Везут с собой нереальные скульптуры размером в пятиэтажные дома. 7 дней в пустыне с музыкой, танцами, костюмами. Это самый необычный фестиваль в мире и самый крутой в Америке. Burning Man. В одесской мастерской уже 4-й месяц кипит работа. Чего стоим, хлопцы? Дома. Художник Саша подгоняет команду. Бомбим. У них осталось всего неделька времени, чтобы сделать любовь. Это две клетки в форме людей, которые символизируют, ну, то, что нас сковывает с возрастом, обиды, какие-то там подозрения, что-то, что нас волнует. А дети, которые будут находиться внутри, это две лампочки, они по большому счету тот свет внутренний, который у нас еще внутри остался. Фестиваль Burning Man уже 29-й год подряд проводится в пустыне Black Rod, штат Невада. И только в этом году впервые на фестиваль, внимание, едет Украина! Фигура финальная будет 8 метров почти длины. Вот, длина этой композиции 17 метров, а ширина 5 метров с половиной. Ого! Попасть на фестиваль не так уж легко. Саша отправил на рассмотрение заявку и эскиз своего будущего творения. Горели этой мысли очень давно, просто никак не удавалось собраться в кучу. И перед Новым годом меня мои друзья уговорили попробовать. Задумка Саши и творческой команды американцам понравилась. И они получили грант на ее изготовление. Минимальная его стоимость проекта в целом, я думаю, 1060 плюс-минус. Это чего, гривен? Долларов, да. И грант его не покрывает даже наполовину. Суть в том, что все это делается за свой счет в массе. Просто в целях идей. Саша признался, что любовь полностью опустошила его карманы. Сумма денег, которую я хотел потратить на квартиру, мы даже дали аванс, а потом получилось, что, ну, как бы все это началось здесь. Мерки брали с живых людей. Это мой младший брат, он первый в версии был он же. Вот. Просто мы заматывали их полиэтиленовой пленкой. Брата? Да, полиэтиленовая пленка его и девушку, как раз Сережкину. И получается, что потом с них срезался этот корпус, я заклеивал его заново, как папье-маше, только из скотча. Вот, кстати, брат Саши Игорь. Самое сложное – это таз. Я думала лицо, потому что нос все-таки, можно задохнуть. Сначала обматывается, потом делается дырка для того, чтобы можно было дышать. И вполне абсолютно комфортно. А что таз? Таз просто сложно его повторить. Он сложный по структуре, и на нем уже сидишь в момент, когда тебя мотают. Ну что, мы похожи? Ну, мне сложно сказать, я же со стороны не вижу. Внутри девушки и парня клеток будут вот такие два ребеночка. Вот это попа. Хорошо, что у меня меньше. Фух. Ночью они будут светиться. Они, светясь, пытаются прикоснуться друг к другу, протягивая руки сквозь эту клетку. И это символизирует
возможность того, что мы еще имеем шанс взаимопониманию, когда наступает темное время, ну, в жизни человека. Сейчас ребятам осталось доварить огромные клетки, а потом распилить их на кусочки, чтобы можно было транспортировать. Плыть на корабле в Америку 4-тонная украинская любовь будет аж 2 месяца. На месте ее соберут как конструктор. И она пробудет на пустынном фестивале целую неделю. Это, наверное, будет презентация нашей страны и города, в частности, среди тех людей, которые не были, потому что они не понимают, откуда мы приехали и вообще, что такое мы. Скульптуры часто в последний день фестиваля сжигают, если они деревянные. Ведь принцип Burning Man – не оставить следа. Судьба любви после фестиваля еще решается. Может быть, она вообще останется в Америке, так как денег на обратную транспортировку ребята пока еще не собрали. Если нам удастся сейчас договориться, то, возможно, мы ее провезем через несколько городов Соединенных Штатов крупных и попытаемся собрать ее на центральных площадях, просто чтобы она там постояла в качестве символа того, что у нас происходит. Но Саша все-таки очень надеется, что люди помогут собрать денежку и привезти любовь обратно в родную Одессу, чтобы каждый мог полюбоваться ей в городском парке. Ты видал вообще, а? Не, ну ты видал, как вот пацаны одесские вообще что делают? Я знал, что Одесса — это талант, а не тільки богатство, як ти казав. Не, ты как бы не мне, ты мне просто никогда об этом не говорил. Знаешь, мог бы мне сказать, что Одесса — это талант. Хотя бы, я не знаю, как по дружбе, что ли, сказал бы хоть разок. Ты талант, Андрюха. Спасибо. Друзья, вчера мы вам рассказывали, не про такой, конечно, рай, как в Одессе, да, но все равно там про рай в каком-то смысле для отдыхающих с детьми. Сафари на Арабатской стрелке. Там можно как бы и зверей покормить, и рыбный пилинг опробовать. И, кстати, ты знаешь, что такое рыбный пилинг? Я бачу же вчера. Это когда берешь вот рыбу засушенную и как бы пилишь ей что-нибудь. Вот. При этом потратить около 100 гривен всего лишь навсего на все это. Сколько коштує відпочинок по-дорослому и як за допомогою ось такої грізючки відновити нерви та шкіру, наша допитлива Алінка Мисечка розповість сьогодні. Абзац на Азовському морі. Дивіться за декілька секунд. Андрій, давай полікуємо нерви разом. Із левами погуляли, із ведмедями поцілувалися. Просто рай для дітей. А як розважитися на Арабатській стрілці дорослим? Небачена екзотика, мототраси на пляжі. Удома нема гарячої? Ці гейзери обігріють і стілять. Ця вода єдинственна по своєму составу в Європі. Як лікувальними грязями замінити жменю пігулок? Давайте я вас поцілую. Та чи взагалі реально відпочити з комфортом за 50-ку? З'ясую просто зараз. Хотіла покупатися, а потрапила на сезон вітрів. Вітер тут називають дуже романтично. Трамантан. Купатися з хвилями геть не страшно, коли на пляжі є отакий рятувальник Вася. Але холодно. Добре, що тут на косі є аж 3 справжнісіньких гейзери. Іду грітися. Велика китайська стіна. І так 2 хвилини. І опа! З 1,5-кілометрової глибини б'є вода температурою у 60 градусів. У ній люди буквально виварюють свої недуги. Лічимося. Температурка, щоб ви зрозуміли, ніби митися водою з гарячого крана, не додаючи холодної. І всі завзято лізуть у цей окріп. Вона йодобромна, маса мікроелементів, навіть є радон. Тому не бажано приймати цю воду у кого пухлини. Саме завдяки гейзеру мешканці Херсонщини суттєво економлять на аптеці. Ця вода єдинственна по своєму составу в Європі. І тут великолепно лечиться кожна болезнь, всевозможні екземи, псоріази. Скажу вам, із гарячої води навіть вилазити не хочеться. Але треба. Якщо довго сидіти, вода додає навантаження на серце, а сірка дурманить голову. А ще мені хочеться встигнути на місцеве мертве море, аналогів якого у світі лише 3. Знамените мертве море в Ізраїлі, Солт-Плейк-Сіті в Америці і Карабагас-Гол – це восточне побережжя Каспійського моря. І наш Сиваш. Якщо у знаменитому мертвому морі 300 грамів солі на літр, то тут 260. Різниця мінімальна. Солоненька.
Можна брати газетку і фоткатися, як усі роблять в Ізраїлі. Это наша роскошная севашская соль. Менделеев говорил, что солить кашу севашской солью все равно, что солить кашу золотом. Почему ваше золото? По 5 гривен и по 10. Цены прошлогодние. Виявляється, жива сіль – це отака рожевувата ропа. А ви її чимось ароматизуєте? Нічим, совершенно. Це бета-каротинова водорозь. Вона пахне жовтенькою. Вона пахне морковкою, якщо правильно принюхатися. Засиваєш. Яка ж солонюча! Якщо вірити місцевим, у сивайській воді нема жодного мікробчика. Ну хоч до рани прикладай. Мальчик свідчив, що прийшов з армії молодий чоловік, грибок дуже серйозний, чим він тільки не лічив. І коли він йшов на Сиваш на рибалку, он вечером увидел, что действительно начало все затягиваться. Светлана с Кривого Рогу щороку приезжая сюда с человеком. Давайте я вас поцелую. Ух, красота. И так часто вы мажетесь? Каждый день. Каждый день приходим и мажемся, и купаемся в соленом. Видите, какой у меня муж красивый, молодой. Лечим мужа от псориаза. Допомагає? Конечно, на год помогает. А де ж взяти грязюку? Не повірите, на базарі. Трошки неприємно пахне. Відмерші частинки перегнивають і вони осідають цією грязі. Вона з-за цього дуже мінерально полезна. Тобто водорослі. Трупики водорослів. Совершенно правильно. Якщо мастити її на обличчя, шкіра буде гладенька, як дубця карапуза. Вона лікує теж захворювання суставів, тобто суглобів. Артрити, артрози, ревматизми. Не знаю, від чого саме лікується цей апетитний чоловічок, але грязюки на нього не напасешся. Невже щоразу купує? 50 метрів звідси грязь коштує 15 гривень за баночку, а тут безкоштовно. Стільки, хоч виваляйся. Ой! Якщо намалювати собі гольфи на ногах, то заспокоюються нерви. Ну що, полікуємо камеру, щоб не хворіла. А щоб не заспокоїтися до стану амеби, рвону на пошуки екстриму. Поки я волочуся на своєму тракторцеві, поруч мега-круті хлопці готуються до змагань, які відбудуться просто тут, фактично на пляжі. Літом, в принципі, люди можуть приїхати і побачити ці змагання безплатно, я так розумію. Безплатно, звісно. Я така боягузка, але покататися крутить страшенно. Ну, дівчинок ще тут не було. Я перша. Так непомітно і підкрався вечір. Зараз подивимося, яке тут нічне життя. У Генічицьку клуби можна перерахувати на пальцях однієї руки. Пішли, подригаємося з пацанчиками. Так, вхід 20 гривень. Небагато. Хай уже настане ранок. Уф, новий день. Щось я зголодніла. Ну куди ж влітку без полуниці і черешні? Я приємно вражена. Хоч це і курорт, ціни нижчі, ніж у Києві. По чому черешня? Алло. По 15 гривень. Попробуйте, я вам дам, який ви хочете. А я мені митою не їм. Вона вкусна? Дуже вкусна, знаки, як я. Можете я готова. Да. Ой, можеш ти. Давайте скидочку. Хоча б 24, щоб було. За поцілуй вже було. Та-та-та. Давайте. Можете так, як спонсори, по 20 нам заплатити. Звісно, кілограм. Да. У нас в Києві по 20. Зелень по 5. Мій вердикт, якщо самим харчуватися, не переплатите. Але чи безпечно тут? Якщо ви подивитеся на карту, частина стрілки в Херсонській області, а частина вже – Крим. В зв'язку з агресією Росії люди бояться їхати. Хоча тут спокійно. Як минулого року туристи були? Минулого року плохо було взагалі, тоска. Поїзда додатково сказали, пустять. Не знаю, наскільки правда, що Мінськ, Новоліксіївка буде. Уже запустили. Уже запустили. А ось і поодинокі відпочивальники. Тут за кілька кілометрів буквально Україно-російський кордон. Вам не страшно? Не боїмося. Ні, все нормально. Вони дуже далеко. Відпочиваємо тут постійно вже. Диверсантів ми точно не бачили. Ми бачили, що там стоять наші бійці, які нас охороняють. Відпочинок під охороною звучить заманливо, але ще спокусливішою для вас виявиться його помірна ціна. Отже, слухайте.
поїздом до Новоолексіївки, а там до Генічеська 17 кілометрів маршруткою. І ви на Арабатській стрілці. Ціна на квиток залежить, з якого міста ви їдете. Але в середньому плацкарт обійдеться у 200 гривень і купе в 400 в один бік. О Боже, невже це Джерард Батлер приїхав на Азовське море? Ну, майже. Роман. Чоловік саме готує базу біля моря до приїзду всеукраїнської студентської тусівки. 25 метрів входу в море підготовлена спеціальна танцювальна площадка. Тобто можна проводити... В морі? Прямо в морі. Тобто можна проводити дискотеки, вечірки прямо на березі моря. Житло від моря – хвилина пішки. Гаряча вода є, є Wi-Fi. Wi-Fi є? Так, є Wi-Fi. Чесно? Чесно. Я хочу зайти в один із цих будиночків. Добре. Виявилося, що це найдорожчий номер. З трьохразовим харчуванням коштує 3500 за тиждень. Тобто 5000 з людини за день. Це обшито деревом. Це у нас спальна кімната, я так розумію. М'якенькі матраци. Нормально. Металопластикові вікна. Стітку від москітів. Це у нас... Кімната відпочинку і зразу кухня. Ну, такі чайнички, кастрюльки, газова конфорка, є гаряча вода. На тобі. Є витяжка навіть. Ага, тут ще є одна спальня на двох. Це все прекрасно, але мені б так оселитися, щоб по кишені не вдарило. Тому я хочу подивитися щось таке більш бюджетне, подешевше. Я піду ще сама, поки Рома не бачить, і подивлюся на якийсь меншенький будиночок. Усередині меблі ті ж, тільки простору менше. У номері комфорка і мийка. Туалет і душова. Тут теж є гаряча вода. Ось таке житло – 360 гривень з людини з повним пансіоном. Кажуть, що тут трьохразове харчування. Я хочу подивитися, який обід. Перше, друге, салат. Ну, а там, де хто, чай, кофе. Жирний дуже рис, але смачний. М'яско. Угу. Борщ поки дуже легкий, класний. А це традиційний салат, ось капуста, огірок. Я думаю, що цим можна наїстися. Без фуагра і лобстерів, але смачно. Причому за свої гроші, крім їжі і житла, ви матимете бонус. Мастер-класи, бізнес-мастер-класи, також вивчення іноземних мов. Англійська, іспанська, фітнес-тренера. Йога. Прикольно. Виходить, на Азовському морі є чим зайнятися не лише дітлахам, а й студентам. Опача, конечно, конечно. Європа, я бачу, сортують сміття. Але на житлі можна зекономити ще сотню, якщо оселитись у старих добрих трейлерах, у середньому за 250 гривень за добу. Усередині вони досить сучасні, з кухнею і спальною, щоправда, без кондиціонера. І наостанок, варіант для геть економних. Бачите таблички «Здам житло»? Тут їх більше, ніж туристів. От, наприклад, Лариса Петрівна показує мені номер усього за 50 гривень. Давайте так, подивимося матраси. Білий матраси. Без плям. Хороші, да, матраси? Ну, хороші матраси, але для економного варіанту. Тумбочка. Да. Це антимоскітна сітка. Да. У вас економні лампи, да? Да, економні везде. Кухонька поруч, адекватна. Приємно здивував і туалет. Не вигрібна яма, а новенька сантехніка. Але у дворі. Це такі душі, пожалуйста. А гаряча вода є? Гаряча вода, сонячні батареї. Лікування тут, як ви помітили, практично безкоштовне. Тож тиждень відпочинку на Арабатці обійдеться вам від 1,5 до 3,5 тисяч гривень із дорогою, проживанням та харчами. Пакуйте валізи і вперед! Море чекає! Що, Андрій, шкодуєш, що не намазюкався оцим брудом? Я от зараз відчуваю, як моя шкіра стає, от немов попка у немовлятки. Ну, насчет попки, да, ты прав. Я давно тебе об этом говорил. Друзья, знаете, тут вот я газетку одесскую разобрал, пляжную, которая на голове у меня была в качестве кепки. Вот, и тут отлично есть одесская фраза, которую вы можете услышать уже не только в Одессе, но и в эфире нового канала. Отправляясь летом в Одессу, будьте готовы услышать что-то подобное. Вы уходите? Слава богу. Или остаетесь, не дай бог? Друзья, мы с Мишей... Ну, а хто і навіщо у Києві краде лічильники та гальма для ліфтів?
В общем, об этом вы узнаете завтра. Спасибо, что посмотрели абзац сегодня. Всем пока. Пішли митися, поки гаряча вода є.